Писатель скончался в своем доме в Вандае и был похоронен на острове Алерон. Его именем названа одна из аллей Марсового поля. На Таити в Фаутауа в честь Лати назван небольшой водоем и установлен памятник. На холме в Стамбульском районе Эйуб, откуда Лати часто любовался панорамой бухты Золотой Рог, открыто кафе Пьер Лати. Также в Стамбульском районе Султан-Ахмет есть улица, названная в его честь. Вместе с тем, на протяжении 20 века востребованность книг Лати, одного из самых популярных писателей Франции своего времени, неуклонно снижалась, а в англоязычном мире его имя оказалось прочно забытым. Вот из этого всего организовали мини-музей, и сюда таскают толпы туристов, просто толпы. Музей на кладбище.